Ребяточки, всем привет! Привет на канале «Пиратская жизнь». Мы добрались до терминала 21. Коламбия, кстати говоря. Да, прикольно. 50%. Ё-моё. А мы попали на распродажу. В терминале 21. Так, надо посмотреть. Слушай, так надо позырить, ты чё? Коламбия, всё-таки скидка 50%, ё-моё. Видели начальную, сколько стоит. Начальную? Да, 2000. Но все равно. Коламбия, есть Коламбия. О! Коламбия, да? О, да. Вот, я говорю. Слушай, ну, плохо, На, то есть. Кроссовочки. Мером. Слушай, смотри, какая классная акция распродажи, ё-моё. Это мы удачно заехали, да? Это уже со скидкой. А это сколько стоило? 6000, да. 6000, конечно, до хрена. Ну, хотя, зная, сколько сейчас у нас стоит Коламбия. Сколько? Кстати, у тебя подобные кроссовки это были. Это Мерл. А сколько такие стоят? Сколько сейчас такие стоят? 30%. А цена? 4000. 4000. Были? Да. Ну, 30%. Тебе вот такие бы взять, да. Тут у меня были Коламбия, а это Мерл. Слушай, вообще классно. Тебе на осень-то, а? Вот такие тогда лучше. На осень тебе прям классно. О, она едет вообще лучше. Вообще. Вообще, ты смотри-ка. Так, и Вова. Тебя. Надо. Все надо брать. Нет, а how much? Сколько стоит? По крайней мере, был 4000, вот видишь, вот. 3900. Сколько это итоговая цена? 30% скидка, да? А, видите, скидка до 70%. Слушай, если что, надо мерить и брать. Потому что Мерл по такой цене ты у нас не купишь. То есть действительно такие скидки. Потому что мы удачно заехали. В общем, такие будут стоить 2793. У нас такие 1015 будут стоить. 40 не сплавим. У нас такие, ну, касается твоего размера. Как раз мой, да? 2793. Умножь, кстати, на 2,7. Ну-ка, умножь на этом. Сколько таких будет стоить? Потому что у нас такие 1015 стоят. Я сейчас могу даже в спортмастер зайти посмотреть. Фигли. Смотри. Умножь на 2,7. Ну, пускай 2,7. Хотя на 2,8 уже. 7,5, да. Я говорю, выйдет 7,5. У нас будет 1008 стоить. У нас 1015 таких будет стоить. Вот, типа таких 16000. 732. Рубля. Рубля. А здесь это будет 7. А здесь 7,5, 8 тысяч где-то примерно так. Ну? Фауст Гёте? Да. Ну? Тогда надо еще брать. Ну, надо. Надо, значит, надо. А у тебя вообще зимние-то есть? Мы тебе брали, нет? Зимние есть. Просто я бы себе купила даже такие, понимаешь? Ну, я имею в виду, ну, такой... Здесь подошва офигенская, понимаешь? Вот. Я просто тебе для сравнения, вон, смотри. Тебе тогда вот такие надо брать. Это тоже, кстати, Мерл, да, идут? Да. О. Сейчас, ну, я говорю, вот зашла просто посмотреть. Здесь вообще все цены 15, 16, 15, 20, 15, 20, вон, видите все. Смотри, вон, 16, 20, вон, пожалуйста. Слушай, они все идут. 16, 20, вот, пожалуйста. Куда ушли, это тоже от нас. Да? 20, вот, пожалуйста. Мы подумали, обуви у нас и дома так полно, брать не будем. А вот что-нибудь вот такое, вот, ветровочки бы. Шмоточки. Это не все. Там что? Лейш. О. И там тоже всякая разная одежда. Ё-моё. Смотри, какая. А причем, кстати, видишь, смотри, капюшон сверху закрыт. Да. Внутри. Вот его. Раз, и я одел. А сколько такая стоит? Это какая-то дождевик, да? То есть вот. Нет, это ветровка. От дождя. По-моему, даже размер на меня даже налезет, по-моему, да? Сейчас новую. Сколько такая стоит сейчас? Потом скажете, сколько. 1200-3. Что, неизвестно, что ли? 4000. А скидка изначально 50% на них вот идет. 50%. То есть 4000-2000 где-то стоит. Не, ну тут, видите, Коламбия. Она всегда дорого. Даже вот, тоже. Это, ну понятно, лонгслив, типа такого, да?
Не, Колумбия вообще классная. У нас мало стало Колумбии, Мэрилла, и они очень дорогие стали. Поэтому... Ой, я бы себе вот что-то вот такое бы взяла бы. Худи. Нет. Худи. У меня штаны-то есть, а вот худи нету. Какой-нибудь на молнии бы, что-нибудь такое было бы круто. А это не на молнии. Вот такая худик. Да ласка. Худик, а что у нее здесь идет? А, у нее, вот видишь, это как бы флис, но без начеса. Обычный флис. Нет, неплохо, да? Слушайте, акции вообще прям класс. У меня сейчас глаза сгорелись прям. Не знаю, мне надо, не надо, но я так хочу взять, потому что цены классные. Давай, давай сейчас. О, смотри. Давай, давай, автоматы взяли. Это же Колумбия, ё-моё. Я люблю Колумбию. Ух, что там еще продают? Случайно как-то зашли. Мы вообще изначально сюда хотели по другим целям заехать. Ну и где-то пошарахаться. Под кондичку. Ну, тоже походный набор. Так, а здесь какие есть марки? Крокс. Какие цены холостые. Шорты тоже, смотри-ка. Он, то, что любит тайцы эти. Индивидуальные. Чего? Эти кружечки, видишь? А, выбор что-то такой большой. Вижу, вижу. Вон какие шорты. Вот нафига, смотри, сколько шорт всяких разных плавателей. Смотри, какие классные. Да, и стоят они как маленькие. Ну да, 2000 ватт. А мы тебе за сколько? За 200 взяли? Сучек, чтобы худеть. Чтобы худеть? Ты потрогай какой-нибудь. Ё-моё, а что это такое? Ну как на... Slim Body Effect. Slim Body Effect, ё-моё. То есть в нем будешь худеть. Затянешься и все. Его одеваешь, ты и потеешь и худеешь. Нет, это купальное, что ты гонишь? Это специальный этот вот для плавания, ё-моё. Что, глупости несешь? Шлепушки всякие разные. Короче, Вовка меня утаскивает, он говорит, денег нет. Да нафиг тебе это надо, ну. Мне вот это вот не надо вообще. Так, мы вообще хотели закат посмотреть. Поехали, закат, и все. Ну я сразу такая, Колумбия Мэрилл, скидка 50%. Бру, бля, зяз. А потом вспоминаем, так, мы же вот недавно покупали. Не, ну просто вот я говорю, зашла в спортмастер, я посмотрела цены 15, 16, 20 тысяч. Вот все те же самые, более-менее, понимаете, все. То есть чисто за бренд 15 тысяч. Здесь же получается 7,5-8 тысяч. Здесь, ну, два раза скидка, ну, ё-моё. Тут возьмешь даже если тебе не надо. Вопрос, как это довести до дома. У нас один чемодан, какого хрена я взяла один чемодан? А я люблю вот хорошую обувь, такую качественную, потому что у меня ноги не держат. Сейчас, ну, кстати, залазила в этот, опять в такси. И случайно немножечко, слегка, колено свое чуть-чуть повредила. Вот я переживаю, чтобы она у меня не разболелась. Вот, что-то как-то вывернуло немножко ногу. Сейчас такое напряжение немножко в ноге есть. Ну, вроде пока не болит. Пошли наверх. В туалет сходим. А вообще, ну, в туалет закат. Че, или что, стоять и смотреть закат и так... Вот, а так вот смотрите. Здесь частенько, кстати, бывает хорошие распродажи. Причем, видите, обувь есть. Да. Так, давай посмотрим. Вот, и плюс, знаете, здесь очень хорошие скидки. Реально, просто пушка. Реально прям распродажи. Не то, что у нас там цену в два раза увеличат, а потом давай. От этого уменьшают. Тут реально вот уменьшают и все. Вот, кстати, недавно этого смотрела Крылова. Он вот себе рубашку шил. Вот смотри, вот. Да. Вот черный он сегодня шил. Вот нормально сидит. А он за 1500 в какой-то... Вот. Да. Ну, блин. Ну, Леха, ну, ё-моё. Ну, ё-моё, ну, как так? Ну, ё-моё. Лоханулся, а? Ну, да-да. Ну, он причем сам признает. Ладно. Все нормально. Он сам все признал, что он лоханулся. Ну, просто он, видать, заказал. Хотел, чтобы ему прям пошили, чтобы прям все было идеально. Ну, вот. Да. Ой, варикс. Вот он куда меня тащил. В этот варикс. Здесь, видите, открылся тоже новый салон. Получается, варикс. Слушай, а здесь смотри, сколько всякой разницы. И все это варикс? Что прикольно вообще. У них здесь прям выбор большой. Хороший. И даже, кстати, хлопок есть. Е-мое. Я думала, одна синтетика у них. Нет, смотри-ка.
Но здесь какой-то элитный Орикс. Нет. Смотри, это хлопок, но при этом, видишь, я думал, у них одна синтетика. Не-не-не, вон, это новый как бы. Вот, видишь? Да? Smile War. Smile War? Прикольно вообще. О. Классно. О, смотри. Вот это вот, худики. Да, это синтетика, но она, видишь, легкая, дышащая. Смотри, сзади спинка вообще свободная. Дышать будет. Она вообще прям, смотри, струящаяся. Щик-щик-щик-щик-щик-щик. Да. Она большая, вот так, смотри, раз-раз. Это 3L. Прям большая. 3L? 3L. Мне такой надо брать. А, ну мы, да, хотели себе какой-то что-то типа алкоголичный. Болею. Вот такая вот варик. Слушай, смотри. Сейчас вам где? А, ты нашел? А, нашел ты скидки. И что, почем она здесь стоит? А еще есть скидка 20%. Все, Ван пошел мерить. Как отцу купила. Кстати, здесь они получаются дешевле. Здесь одна такая 440. Вот, а отцу мы когда покупали, там получилось 500 с чем-то. Вот, там получается скидки нету. А здесь вот скидка 20% еще. Вовка себе такую же хочет. Слушай, здесь размеры есть на очень больших людей. На очень больших людей. Ё-моё. Смотрите. Охренеть. Вот дядя Сережа, кстати, подошла вот такая. Ну, огромная вообще. Я не знаю, какой размер-то вообще. Какой размер? Скажите мне, что за размер? 2L. А, видать, она просто такой вид струящийся должен быть. Ой, ну красота, ну красота. Вы что, с отцом будете? Два брата-акробата? Да. Как цыпленок. Цыпленок. Я не люблю желтый цвет. У него тут стоячий. Слушай, а может быть есть такой же фигнюшка, но другого цвета? Нету, а он только желтый идет. То, да? Что этот цвет, это короля. Ну, повернись. А ему другой. Ты хочешь такое? Ты вот именно хочешь такое? Да, я вот я не люблю искал, желтый я цвет. Вот это искал, понимаешь? Мне цвет нравится. Походу, что он специально ехал, зная, что здесь можно найти подобное, да? А я иду здесь. А может и поменьше, это как-то оно тебе висит. Может, нет, 2L будет маленькая. Она прямо на 5. А давай померяй просто. Ну, просто сравним. 2L. Ну, потому что, ну, приподними руку. Он тебе вот, видишь, она тебе великовата. Мне ничего кажется, тебе можно... великовата. У тебя живота вот нет. Давай, может, 2L попробуй. Ну, давай попробуй. Я думала, что варик, это у них чисто вот такие, знаете, какие-то вот, ну, такие простые синтетика. А здесь, оказывается, смотрите, сколько классных маечек. Вообще здорово. Супер. Мне прям нравится. Так, а сколько такая стоит? И цены, кстати, классные. 400-500. Маечка. Бангкок. И, кстати, хлопок. Вот тоже интересный вариант. Худи. Вот тоже хлопок. Я думаю, только синтетика они производят. Не, здорово. Но мне кажется, он тебе это... Хотя, ну, расправь живот. Как вот полностью. Боком. Мне кажется, тебе это лучше сидит. 54. Ну-ка, боком. Мне кажется, на тебе это лучше. Шикарный магазин. Сейчас открылся. Цены супер-пупер. Вот, есть очень хорошие вещи. Вот даже, смотрите, вот такие вот. Это тоже варикс, получается, как это, джинсовая кофта. Классно. Советую зайти. Выбор отличный. Мне там еще одна мальчика понравилась. Но Вовка уже не хочет брать. Он все желтую все хочет. Пускай носит. Я не поняла. Стой! Целуй давай! Я сейчас верну. Верни, уже не возвратишь. Все, вот надо ему вот эту майку прям вообще. Пошли мы смотреть закат. Вот, наверх сейчас поднимемся через отель. Да, здесь есть классная смотровая площадка. Я вам еще в прошлый раз показывала, как к ней добраться. Да. В общем, все. Девчонок на Дашу я с Василька один. Ну просто здесь, знаете, не знаю, что покупать. Да? Вот, не знаю, что покупать, купишь что-нибудь, а не понравится. А вот, ну, носить не будут. Ну. А тут хотя бы, скажем так, на халяву Василек, да, вот, понравится, будут носить, не понравится, не будут носить. А вот, а мужской одежды сейчас практически нету на Васильке. Вот. И, соответственно, что выбрать, непонятно. Вот, Grand Center Point. Вот нужно просто пройти вот сюда и на лифт. Там на самый верх. Там очень классный такой ресторанчик. Вот, и плюс еще классная смотровая площадка. Любой человек может туда пройти, даже ничего не купив. Кстати, в этот отель в основном заезжают китайцы. Вот, здесь очень такие достаточно дорогие номера. Вот, но китайцев здесь очень много. Такой красивый, смотрите. Вот. Дорогой такой отель.
Это вот который при центре фестиваля. Так что вот, мужикам, отцу Ивану мы купили. Валан тут пристроился. 32 этаж. Москва. Лети. Получается, на 32 этаже вот там смотровая площадка. И ресторан. Китайцы вышли. Вот, а здесь вот реклама как раз вот этого ресторана. Что тут есть? Sky. Да, там, по-моему, кстати, даже есть безлимитка по... Нет, морю. Безлимитки нет. А, вот он. Вот тут Sky. Классные закаты. Да-да-да. Вот, туда может, говорю, любой человек попасть. Мы тогда брали в прошлый раз коктейли. Ну, они достаточно дорогие, там 500 бат у нас вышло на коктейли. Оба? Да. В среднем 250-300 250-350 бат, да, коктейльчик один, безалкогольный. Алкогольный еще дороже. Вот сюда выходим, соответственно, и идем прямо вот туда прогуляться. Савадика. Савадика. Да. Да, можно здесь посидеть. Здесь потрясающий вид. Вот. В основном сюда все приезжают посмотреть закат. Очень красивый, на центральную Паттайю. Все. Да. Ну, видите, там уже китайцы сидят, ужинают. Ага. Так. И вот сюда мы, получается, как проходим. Совершенно бесплатно, любой человек может... Ну, вот эти столики надо заказывать предварительно, и, скорее всего, китайцами уже все заказано. А вот эти в центре, можно просто зайти, сесть и все. Да. Да. Здесь вид очень классный. Я думаю, раз мы все равно приехали и успели еще до заката, надо заехать посмотреть. Вот тут арчик у нас видно прямо с кондика. А попробуем найти наш кондик. Наш кондик? Надо найти кабану и за ней. Кабана вон. Кабана вон, да. Ну, значит, за ней вон, вон рядом с ней. Вон. Рядом оушен, а это вон наш. Получается. Здесь, кстати, очень хорошо видно Паттайя парк. Видите, вот эта вот вся центральная Паттайя. Beach Road. Да. Откроется. Через 15 минут. А сколько сейчас времени? 45 часов. Без 15-6. Ну, как раз, кстати, закат вот в это время. Ну, видите, из-за тучек, конечно, такой закат. Да, тучи. Посмотришь. Много. А так красиво. Вон паромчики идут, да, вон да. Ставаена, стабан. Вон Каланта его прям попадайся рукой. Да. А вот тот самый спейс, который построили. Угу. Еще раз повторюсь, ребячки, сюда может попасть любой. Здесь очень классные фотки получаются. Совершенно бесплатно. Или при стройке. Мне кажется, отель. Отельчик стоит еще. Мне кажется, отель, да. Вон, видите. А здесь же, понимаешь, здесь вот территория, она очень дорогая. Ее вот выкупают. Для. Да. Ее выкупают вот отели вот, и строят. Точно открылся что-то. Чего? А снизу, вот я тебе говорю, вон, видишь. Вон, видите. Открылась ярмарка, да. Они любят ярмарку строить. Мне кажется, та, которая здесь была внутри, она переехала просто туда. Да, потому что там начались раз продажи. Да. Вон там, получается, у нас храм истины. Он деревянный такой, красивый. Его видно отсюда. Кстати, да, видно отсюда. Угу. Спейс вот тоже у нас из кондика видно. Вот это. Как красиво, да? Такая красота. Там кончик шибает, открылся все-таки. Вон там люди отдыхают, понимаешь? Угу. В большом был. Так он и был? Забыл. Он и был открыт? Он закрытый был. Ну, тебе так кажется? Ну, птицы здесь летают. 32 этаж. Красота. Птица. Таиланд он. Этим здесь, наверное, в отеле жить вообще прикольно. Они, считайте, вышли, спустились вниз, они в терминале. Пожалуйста, здесь куча кофеен, куча магазинов, массажки. Все, что хочешь. По сути, можно даже вообще не выходить из отеля и все. Ну, из комплекса. То есть можно просто тупо тут быть. Я знаю, кстати, в Дубае тоже есть подобные отели, которые тоже наверху отель, снизу шопинг-молл или там какой торговый центр. Так что вот. Здесь именно отель и сбоку, прямо с него проход в шопинг. Да, да. И вот сейчас говорю, он это группа китайцев вышла и это и сюда
сейчас наверх поднимемся, пожалуйста, там любые кафешки, любой ресторанчик. Вон, пойдем в кафе Амазон. Там вкусное кофе, говорят. Вон оно. Вон оно. О, а вот здесь, кстати, Adidas, смотрите. Тоже. Ё-моё. Чувствую, я без покупки отсюда не уйду. Что они все соблазняют, соблазняют. 200 бат. Да? Фикс прайс. Фикс прайс по 200 бат. Да? One price. Один прайс. Видишь? 200 бат. Да, кстати, любят такие распродажи. Обалдеть. И реально ведь здесь вот, шарахаясь по распродажам, можно очень недорого одеваться. И очень-очень здорово. Решили спуститься на второй этаж. А здесь у нас мотоциклы, мафыны, скин-кот. Ёк-макалёк. Надо посмотреть. Да. Надо посмотреть, да. Ой. Слушай, а Foodland 24 на 7 работает? 8. Он брал вот такой, женский. Да. Он какой? 350 кубиков. Honda. А это, по-моему, электрический, если не ошибаюсь, да? Нет. Нет? Это эти? Ревизоры. Блин, прикольный вообще, конечно. А вот это гибрид. Вот это он может и на электричестве, и на этом. Тысяч. Слушай, а стоит это вообще, на самом деле, всего лишь 150 тысяч. Ну, у нас так же где-то. У нас вот это, тысячи, это... Мы потратили здесь за две недели примерно мотоцикл. Представляете, мы потратили за две недели мотоцикл. Да. Это 63. Что, мы приехали, как раз меняли. Ну, я тебе говорю, вот... Это Yamaha. А это с условием того, что мы докупали еще 20 тысяч. А это что, видишь, какой? Под цвет фила. Ну. Вижу, да. Тигр, вот, приехал, купил мотоцикл. Короче, Вов, если мы сюда приедем, если ты научишься нормально ездить, и я научусь нормально сзади держаться, мы приедем и купим себе байк. Правильно, кстати, некоторые говорят, что здесь действительно выгоднее купить мопед, вот когда ты сюда приезжаешь, вот купить уже новый, да? Чтобы жопу не... Смотри, нет, купить новый, кстати, здесь открывается где-то, да? Не надо. А что, нет? Вот, подожди секунду. Смотри, некоторые приезжают сюда и покупают сразу новый мопед, потому что аренда будет стоить, во-первых, дороже, и проблем будет больше. А вот потом, когда отсюда уезжают, они тупо его продают, и все. Вот так вот. То есть, если у вас есть деньги, можно вот такой купить. Классный мопед. Ну, какой-то он пластиковый весь. Такой тоже. Такой, кстати, доставщики в основном ездят. Старая добрая механика. Механика? Да. Мне кажется, доставщики на такой есть. Нет, это доставщики вот такие вот. Тоже, видишь, и держалки всякие, и прочее вот сюда, вкручивалки. Прикольно. Хорошие. Тигры не так дорого они стоят. Ой, вот тоже. Электрические? Да. Но он тоже как механика, видишь? Вот эту скорость переключать. Ну, здесь, кстати, очень любят тайцы, байки все эти, потому что это для них прям жизнь. А мне кажется, они рождаются на них. Ну, потому вот что дорого. Прям с малолетства. Да, это уже прям... Это уже Mercedes-Benz. Вот такие вот тоже, такие красивые. Здесь вот. Просто видишь иногда, на такие маленькие ездят. Электрические. Да. Класс. Наверное, дорого. Там цена? Ну сколько? 1 800 000. Да. Пальцами не трогай, не ляпай стекло. А, вот тебе, кстати, цены, вот, смотри. Кому интересны цены. Кстати, здесь прям, если здесь жить, ну, если местные, то очень льгот, нет, это взнос, мне кажется. А потом, соответственно, кредит, это кредитование. У них же... На 84 месяца, я так понимаю. У них же проценты вообще очень низкие. Осторожно, сзади этот едет. У них же проценты вообще очень низкие. Вот такие вот, кому интересно. Volvo. Kia. Ой, какая красивая. Вот нам бы ее пригнать бы в Россию, да? Эти встанет. Сколько она стоит? А вот тут Мерсик. 1 700 000. Вот смотри. 1 700 000. Это растаможка и прочая херня там. Да, растаможка это 2%. А вот считай 1 700 000. Сколько? Ну 6 миллионов пускай она будет. 6 миллионов рублей. У нас такая будет стоить дороже намного. Ты что? Это вообще электрическая.
Не, я просто тебе говорю, как оно будет на самом деле. Вон такие вот микроавтобусы, вообще обалдеть. Смотри, с ума сойти. Обалдеть. А, вон, смотри, какой. Посмотри, посмотри, какой здоровый. Он китаец. Ё-моё. А посмотри, какой он здоровый, а. Видите, вот, кредит 0% 49. Но это для тайцев. Ты говорю, видишь, это 0,49. Да, проценты, ставка. Вообще. Да-да-да. Тоже вот, кому интересно, цены. Вон, старый. Санта-Фе. Вон, 1 800 000. А мы сколько последний раз Санта-Фе-то видели? Мужик продавал. 5. Крета, смотри, вообще 900. Меньше 3 000 000. Ну, она не... Ну, понятно. Не, ну, кстати, многие говорят, что быстро привыкают. Ну, электрический тоже. А, или это этот, аккумулятор, да? Аккумулятор, да? Задний кольца. Зарядка. Заряжается. Да, аккумулятор. Может, она электрическая или гибрид? Вон какая-то MG. 5,7. Угу. Стоит 1 750 000. Угу. Открыть? А, кстати, открывается по отпечатку пальца. Сам такой. Такая, а что там внутри? А, тренировка, ё-моё. Кредит для этого. Да. 0,99. Говорю, если бы можно было в Россию перегнать, я бы стал всем купил. Я бы нашла ресурсы. Класс. Ну да, правая руль, конечно. И у нас тренировка такая не пройдет. Колеса какие. А, тренировка? Да, ну да. Ты можешь ее... Это чтоб тебе не делали. Колеса оригинал. Может... Слушай, это, по-моему, сколько дюймов-то у нас? 18. 18, да? Ё-моё. 18. Шины какие-то, да, тут крутые? Eagle. F1. Прям. Formula 1. Где? Классно. И стоит 1 700 000, понимаете? 15. Меньше 6 000 000. То есть 5 000 000 где-то стоит. У нас такая будет стоить новая. 1 010 000. Веди, если ты ее будешь брать, ты можешь, чтобы тебе вот это и вот там сделать, то как-то вязать. Наверное, вот. Вот это тоже, видишь, тоже тонировка. Я тебе говорю, ты можешь просить, чтобы тебе вот это не делали. Не, ну выглядит, конечно, прям супер. А, кстати, а многие, знаешь, вообще гонят машины из-за Владика. Вот. Я бы Сантов и купила. Классно. А вот, смотри, вообще 600 тысяч стоит. 550. На который ты MG. В ехал. Хороший. Это MG3. И причем, кстати, по-моему, электрик. И стоит она дешевле. Вообще. 1 500 000 стоит. Пол лимона. Полтора... Ну, переводим на русские рубли. 1 500 000. Ну да. Да, машины здесь очень дешевые. Два? У нас такая будет стоить 3. Нет, уже официально это... Да? А что, у нас MG к нам в Россию приходит? Да. Смотри, салончик. Бренд. Салончик такой нормальный, да? Китайский бренд. Причем, видишь, такой же, кресла такие классные. Да. И сзади. Видишь, какой? Слушай, вот MG, кстати, вообще классная. Здесь многие ездят, то есть обкатанная такая моделька вообще. И такая аккуратненькая, маленькая. Вот нашу бы поменять на такую вот, да? Было бы классно. Или вот такую лучше. Еще выбираем машину. Я шучу. 700 тысяч. Сколько? 1 800 000 где-то. 1 900 000. Плюс-минус. Ну, с учетом вот перевода. 700 тысяч. Ну, говорю, знаешь, гнать Россию плюс растаможка, это будет намного дороже. Она в два раза увеличится в цене. Кожаный салончик. Эко-кожа. Ну, это китайский, да? Нормально, да. Да, MG китайский. Это кожаная, видишь? Панель, да. Панель уже кожаная идет. Ну, вообще классно, мне нравится. Мне, конечно, не нравится то, что руль. Право. Но это пережить можно, да. Вот тоже классно. А это машина. Айон. Как? Айон. Айон? Читай. А, это открыто. Айон. Сандрика. Смотри, планшет какой, а? Там можно, не знаю, смотреть что-нибудь. Классный такой, потрогай сиденье. Потрогай. Резинка. Ну, 600 тысяч, да. Эко-резина какая-то. Эко-кожа, стаканники, да. Видишь, два, да. Спереди. И по телефончику, поимка.
Типа, знаешь, как это, блин? Айон. Как ее называют? Айон – это мое. Тесла. Класс. Вообще. Мне нравится вот это, знаешь, они, китайские, они прям все в панельках. Но я боюсь, на наших дорогах пластик этот не выдержит. Айон. Айон нас, по-моему, такие видела. Ну, или, может, мяглючит. Короче, машин дофига. Очень классные цены, но вот, видите, в Россию их не заберешь. Вовка уже обживается, Вольво. Переключатель. Я помню, когда у тебя не было прав, ты даже боялся сесть в такие машины. А сейчас уже спокойно садится. О. И какая штука. Смотри, какой планшет, ё-моё. Это Вольво, кстати, он вот сел в Вольво. То есть у него включается вот... И, кстати, сверху, аварий... видишь, панорамная. Аварийка, да. Вообще здорово. Да. Это вперед-назад. Это как коробка. А здесь ну, автомат, понятно. Здесь этот как робот, не робот, вариатор. Что-то неизвестно. Ну, если здесь вот это... Это рычаг. Что там с этими? Это рычаг. С этими как нажимать. Ну, нормально, да? Ну, класс. А это вы что сюда такое ставите? Это что-то от вытаскивать, что ли? Это отсюда дует. Крутяк, хороший. И планшет. Да. Воль. Удобное кресло? Кресло. Сидишь ты, да? Вот, видишь так. Вася, крутя. Крутяк. Ну, приподними-ка. Открывается? Не-не-не. Мне кажется, там по-другому откроется. Не-не-не-не. Не, вот дальше рукой. Да. Вот тут, не? Ну ладно, не трогай. Ну, прикольно. Давай, слазь. И невысокая такая, да? Носительно. Прям класс, все. Volvo вообще очень хорошая машина. Прям надежная, хорошая. Ой, да. Девочки, как мне хочется вот такую вот машину, знаете, вот новую. Да, и Wi-Fi, и что такое. Знаете, прям вот хочется такую вот новую машину, чтобы вот муха не сидела, да? И прям, знаете, такая вся новая, сладкая, такая прям... Как классно. А что там по Мерседесу? Почем вообще? По Мерседесу, да. 2 миллиона, 5 миллионов. Смотри, какая, вот. 7200 самая большая. 7 200 000. Угу. А это. Я надеюсь, когда-нибудь моя мечта сбудется. И мы вот так вот придем в салон. Вот, ну, у себя в России. Ну, я уж не заглядываюсь, но так вот. Вот хотя бы вот это Volvo, да? Вот так прийти и вот так вот заказать. Это прям, знаешь, вот новая абсолютно вот машина, которая вот прям вот ни пылинки на ней, чтобы не было. И это будет класс. Ну, когда у меня появилась новая мечта, новая цель. И обязательно я свои цели всегда добиваюсь поставленных. Вот такую. 65? Да. Можно? Вот такая. Jerry love cheese. А, Jerry любит сыр. Сырная фигнюшка. Сырная. Ну ты что, будешь собирать? Хочешь что-то сладенького? Что-то я когда, знаете, на слюнки напускала на эти машины, хочу что-то. Ну, хочу, блин, сладкое, и все тут. Все, отстаньте от меня все. Идите в жопу с своими диетами. Выбирайте все тоже что-нибудь. Вон, шоколадный шоколад, брауни. Нет, ну то правильно. Какой? Вот такой? А это что такое? Это в этот всего лишь. Это булочка, нафиг вам все нужно? Возьмешь пирожечек какой-нибудь. Это всего лишь этот, как его? Маффин, ё-моё. Какой? Да, вот этот. Ну, вот такой бери. Вот такой бери. Бери. Один. А я... Не знаю, может, вот такой взять? Я тоже, кстати, чеддер сырная. Чеддер чизкейк. Ну, может, вот такой. Давай, чеддер чизкейк бери. Вот этот бери. Все, сейчас. Закусим. Короче, вот здесь сейчас кофеечку попьем. Здесь такая маленькая кофейня. В прошлый раз. Здесь тихо, спокойно, никого нету. Перекусим. Ням-ням-ням-ням-ням. Кофеёчек. Это. 155, да. Все вместе. Как кто бы сомневался. Ты вообще у нас. Все. В общем, сейчас попьем кофе. Немножко перекусим. Сейчас пойдем купим себе вкусняшку. И поедем в сторону дома. Вот так. В общем, вот так вот. Находились, нагулялись. Вовка себе выхлопотал подарок. Вот. И не холостый человек. Вовка. Кстати, кофе здесь достаточно дорогой. 70. Как 70. И везде. Да? Да. 70. 45, почему 70. 70. Короче, 225 бат получилось. Ладно, выпуск и так длинный. Почему 50? Я вас хочу 55, 70. Любить, целовать, в обе щуки обнимать, счастья, здоровья вам желать, в Таиланд приезжать,
кайфовать, вкусно кушать и много-много отдыхать. Желаю всем здоровья и счастья. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.